Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Обязательно подписывайтесь, ведь у меня много классных рецептов. Сегодня, например, мы с вами будем заготавливать смородину на зиму. И сделаем это вообще необычным способом. Мы приготовим из нее настоящую пастилу. Такая пастила очень вкусная, ее можно есть с чаем вместо конфет или убрать на хранение. Но если честно, у нас она вообще не хранится, мы обычно ее всю съедаем еще до зимы. Кстати, такую пастилу можно готовить как из свежих, так и из замороженных ягод. Напишите в комментариях, кто попробует сделать дома такую пастилу, как вам этот рецепт. Делитесь, пожалуйста, своим мнением и подписывайтесь на меня во всех соцсетях. В Ютубе, в Дзене, в Инстаграме и в ТикТоке. У меня много классных рецептов.